Всем привет! У природы нет плохой погоды. Выпал снежок. Сейчас занимаюсь сборкой. Вечером угадайте, что будет. Правильно, баня. Хочу прорекламировать казахский национальный головной убор. Малахай называется. На снегоходе очень хорошая вещь. Ну все, всем привет, не отвлекайте, работаю. Выучил одну вещь из фильма «Приключения Шурика» там, что-то. Бери меньше, кидай дальше. Бери. Всем привет! Забытый рецепт. Что, помнишь, нет? Очень просто, очень просто. И в свою очередь очень-очень полезно и вкусно. Ничего сложного. Только используем обязательно домашнее яйцо. Вот. Нервы не расшатанные еще. Пришли с прогулки. Моя многоуважаемая, любимая женушка ходьбой увлеклась. Сегодня меня вытащила. Потому что выходной вытащить-то вытащила. Прогулялся, так что кишки вам свистят. Хочу сказать вот по старинному рецепту. Мне наш батюшка сказал недавно. Сала сила, спорт могила, господа.